Добрый день, друзья! Сегодня пишу это видео для тех, кто смотрит только YouTube и ищет наши наработки только на YouTube и, соответственно, ждет результаты от наших наработок только на YouTube. Итак, господа, на самом деле YouTube как канал в инфодайинге используется немного и больше по закрытым ссылкам. У нас своя платформа, которая сегодня работает, которая тоже связана партнерскими соглашениями с YouTube, но вы туда не имеете прямого доступа, и поэтому все результаты нашей работы как бы не выкладываются в открытый доступ. Это работа персональная с человеком, точно так же, как обучающая программа. В открытый доступ попадают только вот такие ролики, краткие. Но где можно видеть результаты нашей работы? Потому что такие умные деловые люди говорят: а где их результат? Мы их не видим, да? На YouTube, на нашем канале, есть фильмы. Они начинаются с фразы «выход есть». Выход есть из ДЦП, выход есть из эпилепсии, выход есть. Это целый плейлист. Там на сегодняшний день 19 фильмов или уже 20, не помню. Но вот очередной скоро выйдет в эфир. Основная масса все-таки по аутизму, но есть уже и другие заболевания, и уже есть работа и со взрослыми тоже. Где же искать еще отзывы и результаты для тех, кто не умеет пользоваться Гуглом? Сейчас я проведу маленькую экскурсию. Проведу по своему компьютеру. Итак, я сразу открываю. У нас есть сайт. Вот наш сайт. Сейчас, чтобы я могла видеть, что я снимаю. Вот наш сайт. Он называется pup.by, да, видите, в нем есть блог, вот блог, и здесь есть лента, и здесь есть все, что необходимо для того, чтобы вот проводить нормально, вот сайт, доменное имя, вот так он выглядит, эта лента на сегодняшний день, последнее обновление. И лента здесь много материалов идет, вы можете читать, здесь скрины выкладываются, здесь все подряд выкладывается о нашей работе, ролики, там все. Идет эта лента, я открыла. Здесь вот есть такие интересные штуки, вот экспериментальные дети, их здесь много, видите сколько здесь, это все эксперименты. Вы можете почитать про эксперименты. Они пока еще не все. То есть последних экспериментов нету, мы просто не успеваем выкладывать. Вот здесь эксперименты по взрослым. То, что у нас есть экспериментальная группа. А вот здесь результаты. Вот в разделе «Результаты» выложены фильмы. Видите, вот сколько уже фильмов отснято. Эта серия фильмов «Выход есть». Вот, их больше, чем вам кажется. Вот. Дальше. У нас есть благодарности раздел. Так вот, раздел благодарности, он очень интересен. Вы видите, вот он идет, и казалось бы, вот все закончилось. Да вот нифига. В каждом вот таком вот пунктике блок написано 1.15. Это 15 материалов, которые вы увидите один за одним висящими вот так, да. И в каждом вот таком вот блоге вот 15. Вот скоро, вот здесь уже 15 набралось, скоро они объединятся еще в строчку. Для чего? Это сделано, потому что это сайт, и мы не можем вместить нужное количество материалов, что нам пишут. Да, мы уже не все можем размещать, потому что иначе сайт просто будет завален вашими отзывами и благодарностями. Вот каждая вот такая вот строчка, вот последняя наша, видите, она включает много писем, много обратной связи. Раньше мы делали это каждую неделю, потом каждые две, вот последнее время уже каждый месяц. Почему? И пропускаем очень много. Сейчас публикуется 1/10 из того, что нам присылается. Потому что если раньше мы гордились, о, нам прислали отзыв, какие мы молодцы, то теперь мы не обращаем на это внимания, мы знаем, что мы молодцы, а отзывы просто все нам не влазят, чтобы опубликовать, иначе мы заспаем сайт. У нас есть поддерживающие группы, вот поддержка мамы детей при аутизме. Видите, вот я даже крупным планом беру, что нам пишут сегодня. Это сегодня пришло. Вот наша история до инфодайвинга, как развивались события, и вот на сегодняшний день спасибо всем и так далее. Маленькие победы, пошло развитие. И здесь пишут мамы, здесь ведется работа. Это
это со взрослыми. У нас есть группа «Эксперимент по здоровью». Видите, вот своими наблюдениями, ощущениями тоже люди делятся в этой группе. Это «Эксперимент по здоровью». Кроме того, у нас есть группа поддержки. Вот сейчас я не могу ее так быстро найти. Группа поддержки с тяжелыми заболеваниями. Точно такая же группа. Ну, не буду сейчас уже искать. Это все в WhatsApp. Те, кому надо добавиться, мы добавляем. Суть в том, что у нас есть здесь, кроме всего, еще наши разные погружения, там, где мы шизу гоняли. Это великолепный фильтр для тех, кто находится в своей шизе, и нам надо просто тупо их удалить, и чтобы они нам не мешали работать. Вот для них вот такие фильтра у нас установлены. Все на сайте. У нас здесь про клубы, рассказы, про консультации, что надо делать, про обучение, про расписание. Все здесь есть. Вот это наш основной ресурс информационный. Потому что у нас есть еще один ресурс, который называется Сабришин. Сейчас я его открою в другом варианте, в котором вы его видите. Вот это вот такой вот ресурс, это платформа, здесь все объясняется, здесь вы регистрируете свой кабинет, и отсюда ведутся основные трансляции для работы. Вот это наш рабочий ресурс, да, sabrishin.com, и это, по сути дела, домашний кинотеатр, на котором вы обучаетесь и на котором проходит работа. Вот как бы и все. И всю информацию вы можете получить о нас совсем не на Ютубе, господа. Совсем не на Ютубе, а на наших ресурсах. И поэтому, когда очередной умный и красивый... Сейчас я установлю камеру, потому что я снимаю в данном случае сама себя. Когда очередной умный и красивый захочет мне написать и сказать: я не знаю, где найти, что найти, как найти ваши отзывы, покажите нам результаты вашей работы и так далее. Ну так вы вместо того, чтобы тупить, просто зайдите на сайт PubBuy, посмотрите. Если вы выбрали обучение, значит, вы зашли на сайт sabrishin.com и выбрали обучение. Если вы выбрали тренировки, точно так же Sabrishin. Если вам нужна поддержка, или вы, если вы хотите пообщаться с мамами, вы можете найти нас, мы вас в WhatsApp добавим в нужную вам группу. Ну, чаще это поддержка мам при аутизме, потому что много мам, которые доверяют, не доверяют, сомневаются и так далее. Это ваше право, и ваше право познакомиться с теми родителями, которые здесь уже работают. Одно предупреждение. Если вот у нас уже был такой опыт, когда добавляются люди, потом начинают кидать рекламу. Господа, вырублю нафиг. Не просто удалю, но вырублю. Так, чтобы неповадно было добавляться. Этого делать нельзя. Это рабочая группа, это настоящая группа, где работают мамы, где идут практики, где вам ответят на все вопросы, поделятся собственным опытом и так далее. Поэтому, когда мы говорим об инфодайвинге, помним, что у нас ресурсов много, возможностей много, а на Ютубе персонально ради вас мы точно ничего выкладывать не будем, кроме этого ролика. А этот ролик уже будет для того, чтобы сориентировать вас, куда и как двигаться.